Всем привет, ребятки, с вами я, Кира ТВ. И сегодня я буду вам говорить, какой был раньше сюжет. Кирю Верса первую прозвали Кирю. Изначально фильм не назывался Кирю против Годзиллы 2019, а наоборот, Кирю против Манды. Да, вы уже догадывались по фоткам, кто это, Манда. Манда изначально хотелось подобавляться. Если что, Манда — это монстр из фильма о драконе, который вышел в 1963 году. И именно он изначально был бы противником бы Кирю. Но потом Гидор 2019 сказал, что враг будет не Манда, а Годзилла 2019. Я с этим согласился. Но в итоге он, короче, забросил. И, короче, типа, после этого... Конечно, я покажу Манду, но могу, например, сделать... Если вы хотите, то я могу сделать отдельный фильм про Манды. И у Манды... И да. И был такой сюжет. И еще этот сюжет связан с Адрагоном. Такие события, вот, типа, после, и, кстати, разворачиваются события раньше фильма первого Кирюверса, вот этой Кирю против Манды, разворачивалось раньше, после Драгона, который вышел после Драгона, и оказалось, что при взрыве от Драгона Манда выжила, и теперь она, нашли с моря Кирю, типа, подчинили, он начал драться с Мандой. И тут победа была за Кирю. Ну и поменяю, сюжет уже другой мы сделаем, типа, как что... Знаешь, это сюжет хороший, но как-то для меня он был каким-то странным. Во-первых, я не смотрел Адрагон, да, я не смотрел Адрагон. Я не уверен, что был взрыв от Драгона. Ну, с вами был я, Кирю ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, и всем пока-пока.